Приветствую вас на канале Капитан Герман, и в сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о том, что мы недорассказали в прошлом выпуске, связанном с ремонтом лодки, а это замена пера руля. И вот у нас сейчас эта вся процедура проходит, поэтому об этом мы вам все расскажем. И следующее — это риггинг, это настройки давления на кабелях, и пару слов о том, какой тузик выбрать и вообще, что собственно с тузиками делать. Поехали! Такое вот устройство есть. Вот этим устройством меряют нагрузки на вантах, на всех кабелях, на бэкстее и на двух вантах. Технология на самом деле очень простая. Вот этот прибор я сейчас показываю вблизи. Здесь есть шкалы для тросов разного диаметра. 8 мм, 10 мм. Вот здесь вот есть шкала, которую можно мерить. Диаметр тросов, и в зависимости от них здесь уже идут давления. Что это значит? Допустим, берем 10-миллиметровый, давление 1000 фунтов. Это значит, что это 6% от разрывной нагрузки троса. 45-26% разрывной нагрузки. Ну и, соответственно, 8 миллиметров и меньшие диаметры. То есть получается вот такая штука. И сверху крепим такую пружинку. И у нас шкала, которая показывает давление, которое у нас есть на тросе. Так, продолжаем замерять. Вот это вот должна быть 4,2. У нас она получается 3,5. То есть на этой нужно добавить немножечко натяжения. Те же 4,2 мы уже мерили на Verticals. На вот этом вот 4,2. Сейчас я покажу. Чуронго, may just unplug it? I want to put, or just to put it here. I want to make photo of it. Вот так вот одеваем два ролика снизу. И вот у нас 4,2, 4,3, но это не принципиально. Yes, cool. Это основной у меня вопрос был с вот этой. Вот она болтается, но здесь 3,5. Мы будем увеличивать давление. Соответственно, это же давление будет на вот этих двух местах. У нас продолжается настройка риггинга, давление на тросах. Но для того, чтобы сделать больше натяжения, нужно эту штуку открутить. Она не откручивается. Мы туда залили ВДшки, и вот ребята привезли горелку. Сейчас будем это все греть. Сейчас нагревается для того, чтобы можно было открутить сверху и снизу. И вот сейчас натяжка тросов. Все, мы готовы. Мы готовы. Йоху! Ну что, друзья, идемте чинить рудер. Это то, что нам нужно было сделать уже очень-очень давно, и у меня не доходили руки, но пришло этому время. Сейчас мы сняли радар. Он, оказывается, плавает. Кто же мог подумать? Вот эта вот вся штука, она не тонет, потому что она всплывает кверху. Если его сейчас сильно придавить, то он не, ну, не тонет, блин. It's okay. Итак, что мы сейчас делаем? Мы сейчас будем вынимать радар. Он оказался плавучий. Красавчики, четко. Какой интересный, реально плавник. Там вода.
Они его сняли для того, чтобы поменять вот эти вот пластиковые оси, вот эти вот, которые себя плохо чувствуют. А вот, кстати, наш радар. Вот это вот та часть, которая находилась вот здесь вот, снизу. Он на ней вращался. Он внутри пустой. А вот эту часть мы попросим их закрасить. Я думаю, вот это вот и гупало. Здесь оно чуть-чуть болтается, а там оно болталось то много. Вот этот, это бушен, я не знаю, как это по-русски называется, но неважно. Вот эта вот фигня, короче, вот она была вот здесь вот. То есть вот она вот так вот сюда вставляется. Вот, она здесь крутится. Ну и само перо руля вставлялось сюда, и оно вот здесь вот так болталось. Внешняя часть, если еще нас по диаметру устраивает, она тут держится достаточно нормально, но все равно вот тут видно, как она гуляет. То сейчас у нас появилась эта новая, которую вот она так очень плотно сюда вставляется. Потом дальше ее, короче, придется сюда потом забить аккуратненько. И завтра мы будем вставлять перо руля. Вот мы сейчас подъехали, мы привязали веревку на радар. Она привязана для того, чтобы мы к нижней части привязали якорь. Вот, кстати, у нас якорь сейчас лежит в тузике. Вот. И мы это все опустим вертикально на дно. И потом его аккуратно вот этой вот вертикальной частью засунем в отверстие в лодке. Папа залазит в тузик с рудером. Сейчас его положит, и мы, получается, его с помощью якоря опустим в воду, а потом магическим образом поставим на место. Поле! Поле! Окей, wait. Такая вот большая плавающая штука. Непривычно видеть такие вещи, чтобы они плавали, да? Выглядит как... плавающий пирс. И якорь. И вот я вам показываю теперь наши сокровища, которые нам сделали. Вот это вот была такая вставка, шайба, которая вставлялась внутрь. Это для радара. Я забыл сказать, что мы продолжаем чинить наш радар. Это перо руля. Мы его обклеили такой типа фольгой, чтобы его немножечко увеличить по диаметру. Этого вполне достаточно. И нам сделали вот две таких вставки, которая одевается под радар на дно. На него перо руля опирается и, собственно, крутится такая шайба. Короче, нам она нужна одна. Нам ее сделали две. Вот она должна вот так вот снаружи стоять. Короче, это запасная, это основная. Теперь мы берем. Это ты, получается, сейчас нырнешь и ту веревку привяжешь к радару, да? We need something heavy. Huh? Something heavy? Yeah. You got it? Папа одевается. Что тебе, получается, еще надо сделать? Какая твоя задача? Нырнуть и вставить вот этот шток, вставить в дырку снизу и проверить, болтается ли оно в этих пластиковых вставках.
А что он сейчас делает? Вставляет еще одну прокладку. Вставляет еще одну прокладку. Чтобы... Установили радар. Вот так он выглядит. Никакого боя нет. Очень прочно стоит. Забыла показать и рассказать об одной штуке. Вот эта вот фигня называется аварийный руль. То есть он же аварийный румпель. Вот здесь вот такая вот фигня внизу. Там он видно ось. Вот так вот вставляется. Когда происходит обрыв тросов и рули не управляют, и автопилот не справляется, то тогда рулежка получается с помощью вот этой вот фигни. То есть она крутит непосредственно байлер. Должна быть в каждой лодке, чтобы она здесь не болталась, вот в этом месте. Есть еще такая пластмассовая штука, так вставляется сюда и рулится. Именно вот, вот этой вот. Покажу, что такое креативность в работе. Can you show me this one? Yeah. Это, короче, было короткое сверло, и они приварили еще вот такой вот здоровенный болт. Получилось длинное сверло, чтобы можно было просверлить перо руля. Ну что значит креативный подход? Вот у нас уже все стоит на месте. Барабан установлен, троса натянуты. Друзья, сегодня я вам расскажу о том, как нужно выбирать тузик. Вернее, даже не столько о том, как его выбирать, как их использовать. И вообще пару слов о этих мягких подушках. Если вы ходите по Средиземке, совершенно спокойно вам подойдет маленький тузик с мягким дном, такой как здесь. Вот я вам покажу. Вот. Достаточно нестабильная конструкция, но если вы ходите в акваториях с радиусом 100-200 метров, подъехали где-нибудь на пляже выехать на песок, совершенно не проблема, если у вас будет мягкий. А если же вы ходите по акваториям, в которых дует посильнее, то нужен тузик посерьезнее и повыше, вот такой, наверное, как вот, вот этот большой у нас, с жестким дном. У него недостаток в том, что его неудобно хранить. На лодке нету гаража, то есть приходится этот тузик ставить на палубу, что не самым удобным образом сказывается на яхтинге, потому что он то закрывает вид, то за него цепляются веревки. Ну, в общем, есть с этим несколько недочетов. Такой тузик сворачивается, бросается в парусный ящик. Он занимает сложенный вот где-то вот такой вот мешок. И для хранения он очень удобен, но для использования, особенно если у вас сильный встречный ветер, то это совершенно неудобно. А какие бывают двигатели? То есть двигатели двухтактные, есть двигатели четырехтактные. Четырехтактные вы просто наливаете бензин, вот так, как вот на вот этом вот тузике. Красный бак. Вы наливаете топливо непосредственно в бак и просто подключаете, и мотор работает. Если у вас двухтактный мотор, вот такой вот, то бензин с маслом смешивается и заливается в двигатель. Это старая технология, в Европе уже продажа этих двигателей запрещена. Я не знаю насчет использования, нужно проверять. Но так как мы находимся далеко от Европы, то такие двигатели мы можем использовать совершенно спокойно. У нас оба этих двигателя очень хорошо проведены ТО, и они хорошо запускаются. Иногда с двухтактными моторами есть некоторые приколы с холостым ходом, но это все не важно. То есть я сейчас покажу, как они заводятся. То есть вот этот заводится вот так. Вот вы видите, сколько дыма идет сзади из-за двигателя. То есть это особенность двухтактных моторов. Этот мотор у нас, ой, наклейки больше нету, 3,5 лошадиных силы. На этом тузике есть ограничение по весу, поэтому мы используем максимальный двигатель, который возможно использовать на тузике как на этом, так и на большом. Теперь я покажу, как заводится большой, потом мы проедем и я проведу маленький тест-драйв обоих, и вы посмотрите, как они ездят. То есть они оба заводятся очень легко, у этого двигателя дым не идет, он тихий. Единственный его недостаток то, что он весит больше 50 килограмм, и когда его самостоятельно вешаешь на транец, это очень неудобно. Такой маленький мотор
за ручку поднял, на транец повесил, надо, снял быстро и поехал. То есть, если мы приезжаем на какие-то маленькие острова, и нам нужно просто быстренько выехать на берег, то мы редко снимаем большой, мы просто снимаем маленький тузик и на нем добираемся, это очень удобно. Так как мы здесь находимся с семьей, то у каждого могут быть свои планы, поэтому два тузика – это очень удобно, если вы живете на лодке и можете себе позволить это по бюджету, это действительно удобно. Итак, вот это вот я вам показываю сейчас то, как выглядит мотор изнутри. Карбюратор, там, собственно, сам двигатель, вот эта стартовая ручка, которая заводит двигатель, передачи и подсос. Ну, вот он вот так. Все, вот так он работает. Вот охлаждение пошло. Охлаждение забортной водой. Там свечи с другой стороны. И вот такая вот штука. А вот то, как выглядит внутри форсун двухтактный. Здесь, в принципе, все то же самое, только топливо находится внутри. Вот если с этой стороны его повернуть, вот так, это карбюратор. Вот он находится вот здесь вот. Заводится он, я покажу как. От него идет чуть-чуть дыма, это все мелочи. Мы сейчас дальше едем по марине. Вот я покажу, какие здесь тузики стоят. Yamaha, двухтактный мотор. Старенькая, очень надежная. Тузик тоже с мягким дном. А есть тузики, которые идут с жестким дном. И жесткие тузики. Вот, например, такие, как вот этот. Здесь можно прицепить большой мотор. Опасность этого тузика в том, что если он перевернется, он обычно может утонуть. Но здесь, скорее всего, вот в этих вот местах находятся воздушные подушки. Он просто будет продолжать плавать. На него можно надеть достаточно мощный двигатель. Ну что, погнали на лодку. Вот то, как едет на глиссере тузик вот с мотором в 10 лошадиных сил, и там, где Дина на нем едет сейчас одна. Сейчас Дина заводит вот этот двигатель. Ну и вот поехали. Вот этот тузик идет на глиссере. Если там два человека на глиссер, он не выходит, и вместе со мной на глиссер он не выходит.
Ну вот, все ремонты наши подошли к концу. Мы отремонтированы, мы готовы к дальнейшему плаванию. Я надеюсь, то, что мы делаем, вам нравится. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Пока!